К 18 годам тюрьмы приговорен один из участников беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, лидер группировки «Хранители клятвы» Стюарт Ротс. По данным следствия, сам он в штурме участия не принимал, но координировал действия нападавших. Ранее его признали виновным также в препятствовании разбирательству и подделке документов. Адвокаты настаивали на невиновности Ротса. Сам он называет себя политическим заключенным. He was just a convenient target. The Oath Keepers were a convenient target. The DOJ looked at them and said, oh, here are the scapegoats of what happened on January 6th. Пока это самый суровый приговор участнику штурма Капитолия, при том, что прокуратура просила 25 лет тюрьмы. Всего по этому эпизоду возбуждено более 1000 дел, при том, что число участников беспорядков оценивается в 2000 человек.